Отрадно, что гуманитарные отношения России и Турции находятся на подъеме. Непрерывный импульс им придает энергичное взаимодействие наших президентов. İkili ilişkilerimizin seviyesi ve çeşitliliği hepimizin malumu. Ekonomi ve ticaretten enerjiye, eğitimden kültür ve sanata yayılan. Председатели комиссий поддерживают те или иные общественные инициативы. Сотрудничество в области культуры, искусства привело к тому, что по инициативе нашего российско-турецкого форума общественности было решено провести совместный год культуры Турции в России и культуры России в Турции. Был очень динамичный, насыщенный форум. Он отличался активностью со стороны комитетов и разносторонним общением всех заинтересованных в том, чтобы российско-турецкие отношения развивались, в том, чтобы создавалось единое научно-образовательное пространство, пространство возможностей для наших молодых людей познать культуру, историю, образование и профессии, экономику наших стран. В рамках форума завязываются новые контакты, завязываются новое взаимодействие и новое сотрудничество между интеллектуальными элитами, не побоюсь этого слова, России и Турции. Думаю, что именно такая инфраструктура в последующем станет дополнительным стимулом, дополнительным мотором продвижения российско-турецких отношений. Думаю, что будущее российско-турецких отношений во многом зависит не столько от экономики, не столько от политики, сколько именно от гуманитарной сферы. Thank you. Thank you.